Одесса перевыполняет бюджетный план. С начала года доходная часть городского бюджета составила 1 миллиард 611 миллионов гривен. 1 611 000 000 гривен. Эта сумма почти на 6% больше, чем запланировано. Основа наполнения бюджета – налог на доходы физлиц – 742 миллиона гривен и плата за землю – 158 миллионов. Благодаря этим цифрам Одесса оказалась в числе городов с положительной динамикой роста местных бюджетов. Вот у нас за 5 месяцев и за первый квартал 159% по стране темп роста общего фонда местных бюджетов составил по первому кварталу. Это официальная информация, где-то 145-146%. То есть у нас даже темп роста немножко выше, чем по стране. По состоянию на 1 апреля Одесса получила почти 325 миллионов гривен субвенций на медицину и образование. Кроме того, более чем в 5 раз увеличился размер выплаченных субсидий. Эти расходы составили более 66 миллионов гривен и почти в 5,8 раз выше, чем расходы за первый квартал прошлого года. Такое увеличение связано как с количеством семей, которые обратились за субсидиями. Ну, конечно, основная, наверное, причина – это все-таки рост тарифов. Отчет об итогах наполнения городского бюджета в первом квартале текущего года планируют утвердить на ближайшем заседании исполкома. Иван Леонтьев, Дмитрий Бондаренко, Думская ТВ.